Всем привет-привет! Я приехала от бабушки. Да, Анютка у нас ночевала сколько-то, полтора дня или два дня у бабушки ночевала. Сейчас мы с ней идем опять на примерку, туда же, куда мы ходили с Ксюшей. Давай побыстрее, Анютка, а то мы опаздываем уже. А куда вы ходили с Ксюшей? А вот сюда сейчас вот будем открывать двери. Вот здесь вот у нас здание бывшей телекомпании «Телекон». Мы снова идем сюда, в галерею. Вот сюда нам надо заходить. Так. Чтобы найти, ой, где тут. Я и не заметила. Вот. Вот с этой, по-моему, стороны. Вот. Я-то и не заметила. Сегодня примерка у Анютки. В общем, у нас сегодня будет очень-очень насыщенный день. Поэтому оставайтесь с нами, и вы все обязательно увидите. Все рассказывать вам не буду, потому что очень-очень много сегодня событий. Все, наверх по лесеночке поднимайся. По красивой лесенке я в прошлый раз снимала, так мне она понравилась. Правда, стены здесь такие, без ремонта. Лесенка очень красивая. Так, у девчонок примерка прошла. Мы тут уже обхохотались. Девчонки все костюмы хвостами эти. Мы собаки! Мы собаки! Джульбарсики. Чай сказал, у меня какие-то глаза невидимые. Я вообще шляпа. Такой барбос-хулиган. Все, отмерили, Аня. Будет в каком-то платье в голубом. И костюмка там от Роскина. Мама, в сиреневом. Ну, сиреневое, голубое, что-то я не разбираюсь в цветах. Капюшон выворачивай. Сейчас мы выходим и едем с ней на макияж. В Лилео. Снимай маску. И там с 12 часов у нас уже Ксюша репетирует модный показ. Здравствуйте! И сейчас мы там встретимся. Нам троим будут делать макияж. Так, мы уже в Лилео. По времени, чтобы вы понимали, мы 7 минут ехали. В 2 нам надо было быть на примерке, в 3 уже здесь. Здравствуйте! Аня, я говорю, надо было Ксюше-то взять тоже кофту сразу же. Здравствуйте. О, Ксюша уже все, уже макияжится. Давай сейчас макияжем. Сейчас я тебе вот этот большой стульчик поставлю. А у нее вот такая же примерно кофта, вот я не знаю, как мы ее не взяли. Аккуратненько, думаю, переоденем. Молодец. Девчонки в процессе. В общем, сидела я тут, сидела и подумала. Мы же вот в этих серых кофтах будем фотографироваться. Мы-то с Аней сразу же надели, а Ксюшу мы не взяли. Пришлось бежать до дома. И бегу сейчас на обратном пути. Думаю, как во сне бежишь, когда убегаешь. На месте бежишь вроде бы, и ноги не шевелятся, бегу. Нос покраснел, но я успела. Пока я бегала, девчонки уже вон. Красоту прямо, какой хороший хвостик. Я говорю, как пони. Пинки Пай. Красотуля. Первый готов. Нравится? Анютка, тебя и не узнать. Ну-ка, посмотри на меня. Красотка. Повернись. Ну, красота. Неописуемая. Неописуемая. Все. Ксюша еще в процессе. Давай сейчас фотографирую. Вставай вот сюда. Ну, теперь моя очередь настала. Так, я, если честно, делаю это первый раз. Первый раз меня красит визажист и делает мне прическу. Обычно я сама все это делала. Опять добыли еду. Наташа дала. Да.
В общем, после макияжа мы уже приехали домой с девчонками перекусить. Я их накормила. И все-таки я внесла небольшие коррективы в свой макияж. Туши было маловато, как мне показалось. И все-таки вот эти вот не стрелочки. А нет, встань, иначе. Пока меня красили, она надела там шапку, каблуки на голову и ходит, говорит, что она вышла замуж за Киркорова. Не кричи, пожалуйста. В общем, я внесла коррективы. Девочки, кто меня красил, не обижайтесь на меня. Мне показалось, глаза как будто бы, знаете, как у мышонка, такие маленькие, узенькие. Поэтому мне хочется их как-то немножечко продлить. Накрасила здесь вот во внутреннее веко. Ну, в общем, как-то так у меня получилось. И нанесла еще один слой туши. Мне так больше нравится. В общем, сейчас у нас план действий такой, что мы ждем либо звонка от Наташи, либо мы ее забираем из Лилео, или не забираем. В общем, если ее заберет муж, то тогда мы ее не забираем. Если ее муж не забирает, тогда мы ее берем и едем уже на фотосессию. Это фотосессия... Поспокойнее уже могу говорить. Фотосессия для баннера, который будет размещен возле торгово-развлекательного центра КИД у нас на Гальянке. И это как бы рекламная съемка для модного показа, который предстоит в ноябре. Все, мне уже звонят. Теперь мы уже на месте. Здесь вот будем фотографироваться. Вечера 8. Мы выехали с фотосессии. Едем сейчас за Марьяшкой. Ой, все-таки у нас красивый город вечером. Едешь и наслаждаешься этой красотой. Все, мы уже дома. Аня тоже дома. Аня, да. Чувствует себя маленькой обезьянкой, да? Маленькой красивой обезьянкой. Анюта. Понравилась тебе фотосессия? Нет? Ага. 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 Ну, Аня в своей этой, как она, стезе, да? Я ей нравится, она обалдеет. Я обалдею. А вот Ксюша не очень. Не хотела расслабляться на фотосессии. А еще Маня просрала мои скрипушей. Здрасте. Ну а ты что у бабушки делала? Рассказывай. Ничего. Ничего не делала у бабушки, просто сидела. Зачем ты поглощаешь свою руку? Мультики смотрела. Музыку. Музыку слушала еще. Музыку. Мультики смотрела, музыку слушала, еще что делала? Кушала, наверное. Да. Играла? Да. А папа у нас с мужиками, знаете, что делает? Целый день занимается своей машиной. Столько времени он ждал, когда же наконец-то сможет починить ее. Потому что то работает, то еще что-то, какие-то дела. Вот сейчас с соседями тоже там ему помогают, что-то делают. В общем, видите, и колесо сняли, потому что у него похрустывает ходовая часть. А машина это кормилица наша, работает он на ней. Так что целый день он сегодня с ней там возюкается что-то. Ну и все, буду на этом завершать свое видео. Оно получилось очень насыщенным. Ну, по крайней мере, у нас день был очень насыщенный. Мы уехали, считай, во сколько? Ксюша у нас ушла к 12 часам.
Мы с Анютой уехали к двум, и вот время сейчас уже 9:00. Надо готовиться ко сну, смывать весь этот макияж, побежим все в душ. В общем, все, кто провел этот день с нами, огромное вам спасибо. Спасибо тем, кто посмотрел это видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о наших новых выходящих роликах на канале. Пишите обязательно ваши комментарии, ставьте пальчики вверх. И всем до скорых встреч, до новых видео. Пока-пока.